сами посмотрим и вам покажем. Вот уже видны постройки усадьбы. Мощеная дорожка. Вот мост подвесной и речка. Речка называется Ведуга. Сейчас, кстати, сейчас покажу мощеную дорогу. У нас выпал первый снег, поэтому не очень все видно. Но вот такие камешки. Прямо ведет, видимо, вот к этой постройке. Здесь, кстати, есть дендропарк. Вот, ну мы подойдем поближе, посмотрим. Так, подвесной мост через реку Ведуга. Тут прямо такие... Ой, прогинается все. Скольжу. Что это? Ой, какая бурная река, горная. Может быть, слышно, как река течет? Здорово, мама. Привет, сына. Вот это да. Вот речка Ведуга. Здесь, наверное, и была мельница. А ты здесь была? Посмотрим. Мы будем ее искать. Сегодня у нас, напоминаю, 15 ноября. Так, идем дальше. Усадьба Севастьян. Первосвет, ура! Все позросло. Сюда вообще экскурсии надо возить. О, вот здесь вот тоже видно, что замощено. Все, площадочка такая была. О, вот тут вот прям дорога, дорога мощеная. Прямо под ногами. И все эти здания расположены прямо перед рекой. Вот река Ведуга. Теперь с другой стороны получается. Здесь она течет уже спокойненько. Идем дальше. Тут это обустроено. Было так, как надо. Бедные люди, трудяшки по тем временам такие вещи делали. А вот деревянная постройка, в отличие вот от этой, кирпичной. Деревянный. Сейчас посмотрим, что там деревянный. А, это, похоже, был амбар для хранения зерна, муки. Пошли в приусадебный дендропарк, так он называется. Те ели, которые были посажены до революции. Вот так вот вдоль с левой стороны посажены вот эти толстенные ели. Вот, посмотрим сейчас, что у нас здесь. Чуть на горку.